What the hell do you, what the hell do you do? Just don't move. В этом канадском лесу живут медведи, олени, и люди охотятся на них. К счастью, тут же оказалась и камера, когда охотники превратились в добычу. Все произошло так быстро. Я услышал звуки, но даже не понял, что происходит. Не двигайся. Я знал, что ночь будет хорошей. Говорили, что сзади меня были медведи и подходили ближе, и они дрались позади меня. Это была очень напряженная ночь. Майк Грандман с товарищем были вынуждены скрываться на деревьях, пока внизу бушевали разъяренные медведи. Баривалы очень сильны. На ровной дороге они могут достичь скорости в 40-50 километров в час. Молодой медведь выбежал как на бесплатный обед. Поначалу я подумал, что он карабкается на дерево, то, что подо мной. Но я посмотрел и увидел, что медведя там нет, и тогда я понял, в чем дело. Я постарался отклониться достаточно, чтобы не коснуться этого медведя. Когда когти так близко, даже дыхание может стать опасным. Поначалу мне казалось, что медведь не понял, что мы были там. До тех пор, пока он не осмотрелся и не увидел меня на дереве. По-моему, он так же удивился, как и я сам. Что ты там делаешь? Просто не двигайся. По-моему, мне пора менять штаны. У нас было страховочное снаряжение, так что я был привязан к дереву и не мог быстро спуститься. Я не хотел напугать медведя. Я не знал, что он будет делать совсем рядом со мной. Когда большой медведь ушел, детеныш покидает свое переполненное убежище. По-моему, медведь больше боялся того крупного собрата, который хотел его съесть, чем того, что мы тоже на дереве. На самом деле, сидеть на дереве и наблюдать за медведями очень интересно. Но когда он оказывается на твоем дереве, вот это уже совсем иное дело. Да, у меня тогда колени так и подгибались.